Глава администрации Знаурского района Алан Губозов во время участия в еженедельной программе «Добрый вечер, Осетия» первым делом обозначил, что главной целью его деятельности является улучшение качества жизни в обверенной ему руководством административной единицы республики. Губозов особо подчеркнул постепенное развитие инфраструктуры района. К этому времени построено около 70 километров дорог, благодаря чему повышен уровень транспортного доступа и связи между разными населенными пунктами. Глава Знаурской администрации отметил также и результаты, которые удалось достичь в других сферах жизни района. На фандактай 700 километр шеди общий кавтеку бонума орост. Материал юльдару, дробилка, качественный материал. На плана барга фальдар кавтеку бахавдай кой фаламона нуджи нефси ошаз нуджи шалдар кавку масараза. На хоштешам байдакавтай مخوردم تکنیکا کادر خیجست، مخوردم تکنیکان خواست درسن، اول که درسن بارن، اول که درفنده میاقه و خورس فنده کتبا فلا تکنیکان فکر کرد؟ تکنیکان فکر کنه ضرور تکنیک هسته ممانو جفنده زغنش تر بوزنه جیگه کوشتن مالادوی کالکتیو هسته اکتیو ناکوسنج. Одновременно с благоустройством дорог и обновлением дорожной инфраструктуры в целом, сейчас в районе проходит подготовительный процесс к зимнему периоду, отметил Алан Губозов. Зимагма, ну мол, фандакты лкуса, мол, обунши солергона мимай, ол нумо фандакты фог орхуя. Офтанави на техникосты, шо фаршишатта. Шол хандара юлдарца, навджа таивам, کد کوسم منم کچه و فرسته افتاده خود در آور کنم نتخنیم. Подчеркнув, что процесс строительства дорог и проведения воды в села района является сегодня приоритетным и напрямую связан с улучшением качества жизни населения Знаурского района. Глава администрации в подробностях изложил ход процесса, промежуточные результаты и план работ на перспективу. شالمه دسلو تسرلو گیرد مدر جارو دارو ستوی دون خبار مستید دخل دکر باشد تا بیره سارو ستوی دون خبار تخیل واقعا انجا بیره دتا کشی در دتا باسور است مثلا نوه گیر تا نوگ بنات تا گرد نوگ بنات تا که من در ایجای دی بیتر خود تا به این در بنات سارت تا میویم ای بفت تا گفت خم بنات در جیس دا جینن من شقیو کوی کنن پتینی تقیو کشو چادو بنای خوننچ او مخم دونه زنده ای ما قوابون رو خم بوزنه گسته سشره هم بیرد منم در تنگ اخصیز گونه دی بورنه کتاتو نه دون را کختم مجه سرتم جختو تریس افتاروی شلانگ جه شوه جخ ناپوله یابون در سفر سن دوه لینه سم را کختم. По словам Губозова, деятельность руководства района на обязательной основе координируется с мнением и потребностями населения. Во время общественных слушаний, к примеру, перед началом строительства у жителей есть возможность высказать свои предложения и пожелания. Таким образом, администрация старается работать в соответствии с интересами каждого жителя для создания максимально комфортных условий проживания в районе, отметил глава района. Дорога, рух на мутах чинов дар. Меня лампа куда стужай, хоптана в байим байда. Стиран иже нише нахштени. 30 градусов, а ламан нехта не стиран нише дар. Абон дар намадис, нахас рухса тахай тенбира коста та. Ала район айдар. Ала район айдар. Абон мам савешан евди. Ма сел савета файнард гей аше проблема. ستول بالا فردختی، ستول با به شب باوردتم، کابل ترس کدسته، ستول با تا بام بدسته یه ترمان جرتانش خوب یه مختر جورم میا، گوسین کلم دارتشم، میوش ستول با تل در کشش و مثلا باید آب نایی وی من با گودا تایی وی رای داو جست مثلا بخی زندر جنی مثلا بخی زندر فزنو جنی فلا اوشه قابل تزامی کنی کرای داوینه و دوچه قبط تا اگر روخس نوجه مت آدم تخشست خلما کسم شمه سروی فرست شمه این قبط هم گتزل اینرگو ریسورس شمه فرست سرو مزا شمه سرو شمه با ستول با تا سروی ما سن زختون ما بوشو با جالس تا برای تکنیکا ویش کنمی تراکتور تنمی را بوچی سیلاجیس فکشستم فلان ستول با تا شمه بلخنم ما سی بلخنم مای بازم قابل یوجه
Алан Губозов выразил благодарность жителям Знаурского района за ощутимую поддержку и терпение, отметив, что все достижения к этому времени стали возможны благодаря совместным усилиям и доверительным отношениям между администрацией и населением. В планах на будущее продолжение работ по повышению качества инфраструктуры района, добавил глава администрации, выразив надежду, что благодаря сформированному уже рабочему процессу Знаурский район в ближайшем будущем станет еще более привлекательным для проживания. В заключении прямой трансляции Губозов также призвал население к еще более активному участию в жизни района, чтобы совместными усилиями достичь намеченных результатов на благо Знаурского района. Лена Газаева, Зарима Арсоева, информационный выпуск сегодня.